Ради любимой женщины этот человек пробивал тоннель в скале целых 22 года. Даш Радхманшхи был обычным индийским фермером. Он жил с женой в деревушке неподалеку от города Гая и, как и все в округе, жил очень бедно. В одночасье все разрушилось, тяжело заболела его жена. Ей вызвали скорую помощь, но из-за того, что дорога из города в деревню проходила в обход горы и составляла целых 70 километров, машина не успела приехать вовремя. Смерть любимой женщины стала для фермера переломным моментом в его жизни. С 1960 по 1982 год Дашрадх пытался прорубить тоннель, чтобы люди больше не карабкались в гору, а шли напрямик. 22 года нечеловеческих усилий и выдержки смогли сделать то, что не смогло сделать ни правительство, ни все предыдущие поколения местных жителей. Превратить 70 километров всего в один. Бедный фермер доказал, что человеку под силу все. Готовы ли вы на такие поступки ради близких? Напишите в комментариях. Если вы не следите за нашим каналом, вы, вероятно, больше никогда нас не увидите. Если подписаны, поздравляю, вы умственно растете каждый день.